Совсем скоро в нашей стране отметят 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем яснее становится величие совершенного подвига, значение Великой Победы для России и всего мира. Акция под названием «Я помню, я горжусь, служу России», состоявшаяся в минувшую субботу в Центре «Романтик», в очередной раз продемонстрировала, что никто не забыт и ничто не забыто. Вспомнили щелковских милиционеров-фронтовиков, ведь важная роль советской милиции в Великой Отечественной войне неоспорима. На сотрудников милиции упала доля вдвойне тяжелее, да, ну, и они должны были, помимо того, чтобы бороться с бандитизмом, да, они еще должны были делать много разных спецзаданий. Мы должны помнить историю, мы должны отдавать дань тем ветеранам, которые еще живы, и тем ветеранам, которых уже нет. Мероприятие посетил ветеран Великой Отечественной войны Петр Кузьмич Шелохаев, который поделился с собравшимися воспоминаниями о Дне Великой Победы. Мы разбили фашистские войска под Берлином и водрузили Знамя Победы на куполе Рейхстага. Учащиеся класса будущих полицейских в рамках акции рассказали о своих героях, прабабушках и прадедушках, воевавших на фронте. Моя прапрабабушка Малинина Марфа Алексеевна была награждена медалью «Мать-героиня». Во время войны она воспитывала 8 детей. Марфа Алексеевна со своей семьей жила в Смоленской области. Во время войны их деревня оказалась под оккупацией немцев. Мария Буржинская, Станислав Беляев, Щелковское телевидение.